свой день рождения курорт «Горки город» решил дарить подарки. Желающие выиграть поход в ресторан, сертификат в салон красоты, билеты в кино или аквапарк приняли участие в различных розыгрышах и викторинах. Организовали для покупателей торгово-развлекательного центра «Горки город Молл» и веселый шопинг-квест. На старт! Внимание! Марш! Участники такого приключения, отвечая на вопросы продавцов, выигрывали десятки подарков от местных магазинов одежды. А еще призы раздавал гастрономический бутик и бутик косметики. Состязания для детей подготовили в семейно-развлекательном центре «Фан-Сити». Это очень весело и как бы очень здорово, что люди... Тут дело же даже не в подарках, а в том, что само участие, сам дух соревнований. Желаю процветания, здоровья, благополучия, очень много отдыхающих, чтобы было всегда так же весело, как и сегодня. Праздничные скидки и угощения гостей «Горки город Молл» ожидали и в знаменитом аквапарке с натуральным песчаным пляжем «Маунтин Бич». Ко второму дню рождения здесь расширили ассортимент услуг, в том числе создали условия для гостей с ограниченными возможностями здоровья. После реконструкции мы усилили меры безопасности, а также добавили зону детских развлечений, добавили аттракционы для детей, водные аттракционы. И сегодня у нас есть массажный салон. Наш аквапарк увеличил пропускную способность до 300 человек. Горки город – это уникальный российский курорт. Такое определение ему дали сами туристы. Он не только всесезонный, но и самый масштабный. В это время года горнолыжный сезон здесь в разгаре. Прямо в эту минуту отдыхает более 5000 гостей, поэтому в целом курорт готов принимать до 7000 человек ежедневно. Ко второму своему дню рождения мы подошли гораздо более подготовленно. У нас количество трасс увеличилось, количество инструкторов увеличилось трехкратно, у нас увеличилось количество прокатного оборудования. На следующей неделе мы открываем офис в Тегеране, и у нас уже не только из Ближнего Востока приезжают гости на курорт, у нас приезжают гости из Германии, из Испании, у нас приезжают гости из Дубая даже. На курорте «Горки город» ждут и самих сочинцев. Бюджетно отдохнуть здесь можно будет и летом. Замена горным лыжам уже найдена. На склонах установят множество аттракционов для взрослых и детей. Ольга Десятова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.